Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Манди Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопияно Самаюктам Биндаванам Ману Ванча Калпатаруваша Кипасинда Бевача Патитанам Павани Бхавишна Бхю Наму Намаха Нараяна Намаскитта Нарам Джайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тату Джайо Мудире Ванча Калпатаруваша Кипасинда Бхавача Патитанам Павани Бхавишна Бхю Наму Намаха Нараяна Намаскитта Нарам Джайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тату Джайо Мудире Тато я мудирай. Ванча галпатарваши кипасинда бхавичапатитан бхавана вишна бхио намо нама. Нараяна намаскитта нарам чайва нараттама. Девин сарасватин вясам тато я мудирай. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Санкетане Кришна, Катхопадеше, Гаурия, Патраша, Вакасанеша, Садану Ракта, Гуру Бхакти, Йокта, Бхакти, Прамадакша, Джагод, Варунья. Дхейям сада парибхавагнам авиштудохам тетхас падам сива виринчинутам сансараньям питатихам панутапал бхавадипутам банде махапурусате чаруна арвиндам ятпад паллавану качандамани чатай виспуриджитакимапикаводушвадарши Пурнам рагра сасагра сарамоте сарадхика мои када кивам кароши. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодато Санкитаной гопитару камала ятакшу Вишам бару дья бару жугадхарма пало Банде ягат прия кару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивушихи тобам бхагам Нараяно прияманангам адапхарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Бхагиша джушья бадане
Лакшми Риджас Чабхакшаси Джасьясти Хидай Самбихи Пам Нишингамахам Бхаджи. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Сарупартхай хинано, нижа сухо парано, Кришна вимукхано. Харер майя дандян гуно нигард жалай калаяти татхастулайр лингайр дивидаварнахи клешо никарайр махакармаланайр наяти патитано сарго наркоу сарго нирайоу Сарупартхайр хинано нижо сухо парано Кришна вимукхано Харер майя дандьяно гуно нигард жалвай калаяти татхастулайр лингайр дивидаварнахи клешо никарайр махакармаланайр наяти патитано Шарго Ниракю Нирайо. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур. Прабхупад сказал. Материальный мир — это место проверки обусловленных душ. Годя Гоштхипати, Шрила Прабхупада Джагадгуру сказал, материальный мир — место, где обусловленные души подвергаются проверке. Для того, чтобы проверить нас, Бхагаван стоит за нами и наблюдает за нашей деятельностью. Мы получаем результаты нашей кармы, нашей деятельности, и с любой ситуацией, с какой бы мы ни сталкивались, мы должны воспринимать ее как милость Кришны. Что бы ни происходило с нами, если мы понимаем, что это милость Господа, это благотворно для нас, благоприятно. Если мы понимаем, что это милость, мы сможем осознать все. И не будет никакой боли и наслаждения от происходящего. Мы должны думать, что бы ни происходило с нами, это всего-навсего проверка. Материальный мир — место проверки обусловленных душ. И если обусловленные души сдают этот экзамен, если с благодарностью джива принимает любые обстоятельства, любые ситуации, в таком случае джива может достичь успеха. Для того, чтобы достигнуть этого успеха, необходимо слушать Харикатху. Если мы не будем слушать Харикатху, у нас не будет связи с Харикиртаном, с Харикатхой, Гуру и Вайшнавами, у нас не будет силы, чтобы взрастить эти замечательные качества. Если мы о неблагоприятной ситуации мы думаем как о чем-то положительном, это называется Вайкунтха Даршан. Что бы ни происходило, если мы ломаемся, сломлены в этой нехорошей ситуации, мы становимся слабыми. Но если мы думаем, что все неблагоприятное — это милость, в таком случае это называется Вайкунтха Даршан. Если же мы остаемся постоянно в связи с Харикатхой, с Гуру и Вайшнавами, Харикатха принесет нам силу, даст нам силу. И одни мы не сможем достичь такой силы.
мы достигнем энергию, мы получим энергию только лишь от Хари-гуру и вайшнавов. И с помощью этого мы сможем двигаться вперед. Наши предшествующие учителя из гуру Парампары, как мы поем, Кришна Хойте Чатурмуки, Брамаджи Махарадж говорит в Шримад Бхагаватам, изначально написано «Дживета Ямукха Падесаде Бхаг», но то, что говорит Махапрабху, более достоверно. «Татенну кампам сусамикшаманам». Любая ситуация, в какой бы я ни попадал, я должен принимать ее с большой благодарностью. Особенно при служении Хари-гуру и вайшнавам. Если мы в служении сталкиваемся с какими-то проблемами, Бхактивинода Тхакур наставляет нас. Любые проблемы, с которыми я столкнусь в процессе служения Гуру Варге, Прабхупаде, Бхактивинода Тхакуру, если кто-то будет нападать на меня, я должен чувствовать себя хорошо. Я должен оставаться счастливым, потому что у меня есть возможность совершать служение. Я благодарен всем вам за то, что вы даете мне возможность рассказывать Харикатху. Это один из процессов баджана. Это сева. Я стараюсь из всех сил. Итак, татенну кампам су самикшамана. Самикша означает «слуга» или «служить». То есть очень внимательно необходимо размышлять о том, что сказано в этой шлоке. Но необходимо размышлять, почему я помещен в такую ситуацию, почему это случилось со мной. Когда обусловленная душа сталкивается с проблемами, она не должна обвинять в этом Бхагавана. Она не должна говорить, что вся ответственность за случившееся на Бхагаване лежит на Господе. Я уже говорил то есть я буду еще говорить обо всем этом. Это большая область для обсуждения. Обусловленные души не должны обвинять Бхагавана за то, что с ними происходит. Бхагаван беспристрастен, у него нет никакой пристрастности. Я уже говорил об этом. Сегодня я должен рассказать о том, что написал Шрила Бхактивинода Тхакур в Даша Мула Татве. Это полное описание положения обусловленной души, приводится здесь Бхактивинода Тхакуром. Джива в действительности является шакти. И мы должны помнить, когда я говорю «джива», я говорю о ней в женском роде. По природе, по изначальной природе дживы, она является вечной слугой Кришны. Ее сварупа, сварупа дхарма, служить Кришне. Ослепляющая энергия Бхагавана, Майя Шакти, наказывает тех, те дживы, которые испытывают влечение к Майе.
тех, кто... То есть Майя наказывает их, потому что они не могут исполнять свои изначальные обязанности служить Верховному Господу. Дживы, которые отвернулись от Кришны, которые заботятся лишь о своем собственном счастье, переживают счастье и боль, которые погружены в желание удовлетворять себя, наслаждать себя. Видя это, Майя Деви связывает их веревками трех гун материальной природы — сатва, раджа, тама гунами. Он покрывает их сварупом, грубым и тонким телом, бросая их в океан страданий, кармы, который постоянно, вновь и вновь заставляет их испытывать счастье и горе. Скитаясь по райским и адским планетам. Путешествуя по бесконечным брахмандам, каким-то чудом, если каким-то образом, если достаточно удачи, такая джива встречается с гуру и вайшнавами, и постепенно они находят проблему, находят решение своих проблем, этой проблемы. Брахманда Брамите Кона Бхагавана Джив. Мы часто слышим эту шлоку из Чайтанья Чаритамриты, но не прикладываем усилий, чтобы понять ее, мы не осознали ее. Джива свару пахоя, Кришна ранитядас. Мы часто слышим все эти шлоки, но мы не пытаемся осознать их. Мы не прибегаем к милости Гуру Вайшнаву, чтобы осознать их. Все это мы знаем. Дживера сварупа хоя, я уже говорил об этом. Природа дживы — быть слугой Кришны. Изначальная. То есть джива — пограничная энергия Кришны. Она — проявление. То есть все эти доказательства мы слышим вновь и вновь, но тем не менее мы испытываем сомнения на этот счет. Как это возможно? Мы не можем поверить в это. И в этом наша главная проблема. Бесчисленные дживы проявляются из Баладева Прабху для того, чтобы служить Вриндавана Чандра Хари, Вриндавана Бихари Лал Кришне, как его вечные спутники на Галока Вриндаване. Другие дживы проявляются из Санкаршаны, чтобы служить Господу на Вайкунтхе, Господу Вайкунтхе на Райане, в трансцендентном мире, в духовном небе. Вечно наслаждаться расой, быть вовлеченными в поклонение их Господу. Они постоянно испытывают сева-расу, наслаждение служением. И вечно вовлечены в служение Верховному Господу, их поклоняемому Господу. Они постоянно остаются сосредоточенными в их конституциональном положении. То есть они не изменяют его. Они постоянно пытаются удовлетворить Бхагавана, доставить ему удовольствие. И они сосредоточены на нем, не отворачиваясь от него. Having attained the strength of
они, обретя энергию силы чит-шакти, они полны могущества, они не слабые, они сильные. У них нет связи с материальной энергией, с материальной майей. У них нет никакого опыта, они не знают ничего о майе. Они никогда не были в... никогда не находились под влиянием майи. Они даже не знают, есть такая майя или нет ее. Они вечно находятся в трансцендентном мире, и майя далеко-далеко от них. И никак, абсолютно никак не влияет на них. Они постоянно погружены в блаженство, служение их поклоняемому Господу. И всегда находятся в погруженном настроении, в счастье, в служение их Господу. Они вечно освобождены и не имеют ничего общего с материальным счастьем и горем. Их жизнь — это према. Према и ничего, кроме према. Таким образом, према дарует им полное удовлетворение. Недостаток премы — колоссальная проблема этого материального мира. Если вы обретете прему от Бхагавана, у вас не останется никаких проблем. Према — это жизнь жив. Бхагаван обменивается с дживами, с такими дживами премой. И жизнь таких джив — это према. Их сердца полны премы. Они понятия не имеют о страхе, горе, боли и так далее. Потому что в вечном мире нет ничего подобного, ничего, что связано со смертью, болью, болезнями. Даже на райских планетах нет болезней. Они никогда не испытывают усталости, полубоги. Такими ситхами они обладают, такими совершенствами. Также они... Также дживы. Также есть дживы, бесконечное количество джив, которые происходят из Карандакашаи, Маха, Вишну, из его взгляда. Они как лучи исходят из взгляда Карандакашаи, Маха, Вишну. Маха, Вишну бросает свой взгляд на майю, и майя, Карандакашаи Махавишну своим взглядом оплодотворяет майю. Бесконечные, мельчайшие дживы, сознающие дживы, излучаются из... исходят из взгляда Карандакашаи Махавишну. Когда он бросает свой взгляд, все дживы принимают прибежище в лоне майи. Так как эти дживы находятся рядом с майей, Because when
Когда Махавишну забрасывает их в лона Майи, помещает их в лона Майи, они они наблюдают за деятельностью Майи и испытывают влечение к этому, несмотря на то, что они обладают качествами духовными, которые я уже описал выше, потому что они мельчайшие, пограничная энергия. То есть они пограничная энергия вещества, эти дживы. Порой они смотрят на трансцендентный мир, порой на материальный. This is marginal condition. The jiva is very weak. Джива находится в пограничном положении, поэтому она слаба, очень слаба. В это время у нее недостает духовной силы, духовной энергии. From the mercy of the object of her worship, Shabdabastu. Follow. Поэтому, как я уже описывал, она сталкивается с проблемами. Сейчас Бхактивинода Тхакур говорит, то есть все часто обсуждают этот момент, все часто повторяют эту шлоку. Мы часто ее слышим, но Бхактивинода Тхакур, как я уже объяснял, говорит, вечные слуги Кришны, дживы, забыли, они, дживы, постоянно находятся в тюрьме Майи, и мы постоянно повторяем эти слова. Вайшнавы постоянно цитируют эту шлоку. Тем не менее, все вайшнавы понимают, знают, что дживы обладают вечной природой. То есть существуют две группы джив — нитья-бада и нитья-мукты. Попытайтесь понять это. Очень часто вайшнавы цитирует эту шлоку. Тем не менее, все вайшнавы знают, что джива обладает вечной природой. То есть они вечно обусловленные и вечно освобожденные. Две группы джив существуют. In this way, why they know this, you know, the fact that there is only two groups. То есть факт в том, что всего две группы джив существует. Тем не менее, то есть нитья мукта и нитья бадха. Под руководством Бхактивинода Тхакура я могу рассказать еще кое-что. Нитья бата, нитья мукта. Они, то есть были бадха, стали муктами. То есть третья категория. Те, кто, будучи бадхами, стали мукта, освобожденными. Таким образом, материальный интеллект находится в иллюзии, поэтому они не могут познать в полной степени трансцендентные темы. Тем не менее, мудрецы, осознав духовную истину,
медитируя, смогли осознать все. Но представить эти темы перед обусловленными людьми невозможно, потому что без прямых осознаний невозможно понять все эти все, что происходит в трансцендентном мире. Они лишь могут направить нас. Бхактивинода Тхакур говорит, однако те, то есть мудрецы, постигнув абсолютную истину, трансцендентную истину, находясь в чит-самадхи, они могут в медитации, они осознают все. Все наши осквернения, все, что мы говорим, все покрыто материальным осквернением. То есть наша речь и все покрыто осквернением. И в этих трансцендентных темах никак нельзя применить логику, риторику к трансцендентным темам. Невозможно применить. Материально непостижимы эти темы. Это бесполезные усилия познать это логикой. Я уверен, я знаю, что все... То есть я понимаю, что все вы не можете в секунду постичь эти возвышенные истины, тем не менее, как... То есть ваша духовная практика и как с увеличением вашей духовной практики, с возвышением, влечение к трансцендентному... Эти трансцендентные темы будут более и более понятны вам, более ясны для вас. Чем больше вкуса вы будете испытывать к ним. Как я уже рассказывал, прежде этого творения, которое могло бы быть разделено на... То есть я уже рассказывал об этом из Веданты. Возможно ли бхакти для джив? Мы знаем, что сварупа дживы — это Кришна Нитьядас. Нитьядас означает джива, которая должна служить, служить в бхакти. Бхакти означает действие. Если мы будем посмотрим на сердце обусловленных душ, мы не найдем там никакого бхакти, но оно может быть там, возможность присутствия бхакти существует. Допустим, если мы будем взбивать молоко, мы получим сливки. Если мы будем взбивать воду, не получится никаких сливок, потому что тенденция к сливкам присутствует в молоке. То есть из него, эта возможность, она содержится в молоке. Несмотря на то, что напрямую мы не можем без действия этого получить. Но из воды, сколько ее не взбивай, не получится никаких сливок. Все повторяют эту шлоку «Дживера сварупахой Кришнара Нитьядас», но в лекциях мы часто слышим ее, но как осознать ее? Махапрабху также дает определение Санатана Госвами, Санатане Госвами в Санатана Шикше. Он говорит, дживы исходят из Кришны, поэтому они должны служить Кришне.
Сваруп Шакти — это вечная Шакти Бхагавана, вечно существующая внутри Кришны. Сваруп Шакти — это изначальная энергия Кришны. Тем не менее, кроме Сварупа Шакти, мы знаем, что Джива Шакти, Татастха Шакти, как мы уже говорили, Джива Шакти не находится напрямую в Кришне. Как я уже рассказывал, Бхагаван говорит, я все творение, я внутри всего творения. А все творение внутри меня. И в то же самое время я нахожусь в сердце каждого. Я вездесущ. Я нигде, и в то же самое время я повсюду. И в этом мы можем впасть в замешательство. Как это возможно? Это же полностью противоречивые вещи, сказанные Бхагаваном. С одной стороны, он говорит, что я повсюду, я вездесущ, и весь мир во мне. Шримад Бхагавата Махапуране он также говорит. Говорит Удаве, о Удав, я постоянно пребываю за своими преданными, нахожусь за преданными. О Нарада, если мой чистый преданный будет воспевать Харикатху и Киртан, будь уверен, что я нахожусь рядом с ним в этот момент. Но мы не можем видеть Кришну. Когда Прабхупад рассказывал Харикатху, все чувствовали присутствие Кришны. Кришна всегда находился в это время, присутствовал во время Харикатхи. И сам Кришна говорит об этом, он обещает это. Он говорит, когда мой чистый преданный воспевает Харикатху, рассказывает Харикатху и воспевает Киртан, будьте уверены, что я пребываю там. С другой стороны, Бхагаван говорит Удава Махараджа, Удав, я постоянно бегу за своими чистыми преданными. Почему? Он следует за своими преданными, потому что, когда идет преданный, пыль с его стоп поднимается. И Кришна говорит, если я нахожусь за ним, за своим преданным, тогда в таком случае пыль нисходит мне на голову. Пыль моих преданных нисходит на мою голову. Я хочу очистить себя пылью с лотосных стоп моих преданных, говорит Кришна. Точно так же, как Санатан Госвами, когда он болел, он силой его, Кришна силой обнимал Санатану, то есть Махапрабху силой обнимал Санатану Госвами. Он плакал, зачем ты не касайся меня, я не могу стерпеть, что я пачкаю тебя своей кровью. Но Махапрабху говорит в ответ, «Не беспокойся, я хочу прикоснуться к тебе, потому что я хочу очистить себя». Я хочу обнять тебя для того, чтобы прикосновением к тебе очистить себя. Потому что чистой дхармы, такой сева-дхармы нет во мне. У меня нет такой чистоты, как служение. Он тоже служит. Бхагаван точно так же служит, но из-за своего смирения он
делает подобное заявление. Такие чистые качества, какими обладаешь ты, таких качеств нет у меня, поэтому я хочу прикоснуться к тебе и очистить себя. Бхактивинода Тхакур пишет, что Вишна-шакти делится на три составляющих, на три категории: Парашакти, Кшетрагья-шакти и Авидья. Парашакти — это Чит-шакти, к ней относится Сварупа-шакти, которая пребывает в сердце Бхагавана. Кшетрагья, Джив-шакти, Татастха-шакти относятся к этой категории. Они полностью отличны от Майя-рупы Авидьи. Много раз я повторял, что Чидатма, Татастха-шакти Бхагавана, частицы Чит, не обладают никакой связью с Майей. Не имеют никакой связи с Майей. Никаких отношений. То есть эта проблема создалась... То есть ее могло бы не быть. Проблема окутанности Майей Джива. Кшетрагья Шакти, Авидья Карма. Если вы переведете кшетра на... То есть это санскритское слово означает поле. Когда Бхагаван говорит: «О, Арджун, тело это... Наше, твое тело подобно полю». Бхагаван, то есть на хинди я рассказывал об этом. Бхагаван говорит Арджуне: «О, Арджуна, твое тело — это поле кшетра, а кшетрагья находится внутри джива». То есть, извините, внутри этого поля пребывает джива. Почему сравнивается с полем? Потому что если вы будете взращивать бхакти, оно прорастет. Если вы будете взращивать майю, наслаждение, вы получите... Такие результаты вы и получите. Потому что тело — это поле. В соответствии с семенами, которые вы садите, вы получите... Такие растения вы и получите, такие плоды. Майя-шакти — это иллюзорная энергия, которая постоянно причиняет проблемы дживам, чинит проблемы дживам. Почему мы не можем, не должны обвинять Господа? Почему Он не виноват? С разных точек зрения я могу объяснить, почему карма анади, почему мы не должны обвинять Господа. Джива, то есть мы много всего говорим, тем не менее, к этим темам нельзя применять наш материальный разум, нашу материальную логику. Поэтому говорится, что только лишь благодаря бхаджану мы сможем это осознать, потому что у нас нет прямого опыта трансцендентных истин. Джива должна служить. Это ее дхарма, ее основная деятельность. Джива должна служить. Махапрабху говорит,
обусловленные души, которые являются частицами чит, они настолько слабы, что... То есть, но несмотря на это, все качества Бхагавана могут проявиться в дживе. Но несмотря на это, дживы настолько слабы, что сварупа шакти не проявлена, то есть мы не можем ее увидеть. Как, точно так же, как в молоке. Мы не видим никаких сливок, но если мы применим нашу энергию, то мы сможем извлечь из него сливки. То есть если это этому не свойственно, если нельзя бессмысленно ожидать чего-то от того, где невозможно это, где это не может находиться. То есть, как в примере с молоком и сливками и водой. Некоторые люди заявляют, что в сварупе дживы не присутствует напрямую сварупа шакти, бхакти шакти. Я понимаю, что вам сложно в это поверить, вы не можете поверить моим словам, потому что вы руководствуетесь материальным умом. Но я могу привести пример. Если этого совсем нет, зачем я говорю, что все-таки существует энергия в дживе, энергия этого? Я могу привести следующий пример. В Апракрита Джагат, в трансцендентном мире, сварупа шакти, возможно, напрямую не находится, но по милости сварупа шакти, она ждет джив. Сварупа шакти. Я могу привести пример с черепахой. Черепахи откладывают яйца. Мать-черепаха прячет их в песке, в глине, в песке, так, чтобы мужчина, ее самец, не нашел их, потому что если он обнаружит их, он их сразу же съест. Поэтому она очень осторожно втайне откладывает яйца в песке, закапывает их, и возвращается к обычной жизни и не ходит туда больше, потому что если она пойдет туда, ее партнер что-то заподозрит. То есть на практике мы знаем, что черепаха вообще туда не ходит, но тем не менее, находясь вдалеке, она постоянно думает о этих, она взращивает их. Она постоянно выражает свою привязанность к этим отложенным яйцам. И в уме она, то есть она постоянно медитирует на них, постоянно сосредоточена на своем потомстве. И когда наступает время, они, малыши, черепахи, вылупляются. То есть таким образом в уме она взращивает эти яйца, взращивает детей. Еще один пример приводит Махапрабху, что есть такое насекомое, always going to meditate about the insect
Вы не можете представить силу, которая содержится в нашем уме, а мы используем лишь частицу этого. Ум настолько могущественен, это непостижимо. Но мы не можем его использовать в полной степени, потому что мы слабы. Мы не понимаем, как его применять. Если мы будем в совершенстве совершать баджан, харинаму, санкиртану, постепенно, как говорит Бхактивинода Такур, мы сможем осознать, как применять, как это примирить, что сейчас кажется, что это противоречивые понятия, Бхагаван тут и не тут, но Ачинтья Шакти непостижимо. Все противоречивые понятия, вещи могут быть примиримы. Но в настоящем нашем состоянии это невозможно. Кришна, с одной стороны, абсолютно наслаждающийся, с другой стороны, он выражает, показывает абсолютное отречение. И это возможно лишь для Верховного Господа, не для обусловленной души. Сейчас мы видим, что несмотря на то, что функция Сварупа Шакти не... То есть мы не можем найти в Дживе Сварупа Шакти напрямую. То есть Бхагаван полон милости. Сварупа Шакти — это Шакти Бхагавана. Точно так же, как черепаха силой мысли взращивает своих детенышей, что благодаря ее памятованию о них они вылупляются. Сваруп Дарма. То есть дживы пришли от Кришны, поэтому естественно, что они должны служить ему. Джива — это Шакти. Как я уже сказал, в Вишну Пуране сказано, что что мы не можем... То есть мы знаем, что существует три шакти, три категории джив. Сваруп Шакти напрямую находится в Кришне, но джива Шакти и майя Шакти не напрямую пребывают в Кришне, не пребывают в Кришне. Тем не менее, они... То есть, если кто-то может сказать, что... Если кто-то заявит, что джива не может обрести бхакти, что для дживы недостижимо бхакти, на каком основании он говорит это? Если бы это было так... Возможно, джива не обладает бхакти, но возможность развить бхакти присутствует в дживе, есть у дживы. Как сказал Махапрабху, джива может обрести бхакти. Мы не можем сказать, что у дживы нет никакой возможности. Возможно, сейчас она не обладает бхакти. Тем не менее, когда чит, когда конституциональная положение дживы, если Бхагаван является сачит-анандамой, джива также обладает подобным качеством, она также вечно существует. Сат-чит-ананда. То есть чин-моя. Она нематериальна, и также ей присуща ананда.
Джива обладает желаниями. Итак, в соответствии с тем, как мы используем нашу свободу, мы получаем результаты. Как я уже доказал, что обусловленные души вечно обусловлены, а вечно освобождены. Тем не менее, если татастха джива испытывает влечение к служению Кришне, к чит-джагат, к трансцендентному миру, по милости, как говорится в этой шлоке, они могут обрести бхакти благодаря милости. В прити-сандарбхах Шрила Джива Госвами Пад описывает очень важный момент, что Также сказано, Джива Госвами Пад пишет: Хладини Шакти, Сварупа Шакти, Ладини Шакти, there is one inexplicable. Один необъяснимый момент. Мы не можем даже представить деятельность Хладини Шакти, которая вечно пытается при помощи Нитям бхактавиндешу эва никхиппамана бхагават притвакхая вартати. Джива Госвами Пад пишет, Бхагаван for bhakti bindeshu, for the devotees, bhakti binda hridaya, always eternally throwing, and it become exposed in the form of priti. What do you mean by priti? Bhakti Mohan Thakur going to explain. Объясняется, как притхи берет свое начало. Бхакти Мохан Такур объясняет, что такое притхи или прити. Это качество, прити, это любовь, то есть это качество, это возможность дживы любить другую дживу. При помощи этого качества джива испытывает любовь к другой дживе, дживи могут любить друг друга. Это называется прити, влечение, привлечение. Бхагавата прити чиста. Итак, Бхагаван постоянно
выражает. То есть Халадини — это та, кто дает наслаждение. С помощью Халадини Кришна если у преданных в сердце есть Халадини Шакти, они также могут приносить удовольствие Шри Кришне. Кришна может наслаждаться с помощью Халадини Шакти. Таким образом, Кришна полон наслаждения. Тася ладинна ева капис сарванандати шаи бриттир ниттам бхакта виннешу ева никшипамана. Бхагаван always Бхагаван going to throw. This when jiva going to catch, then they can develop priti, love, prityati шаи. Follow. This way. И сейчас стоит вопрос, если вы скажете, что Бхагаван помещает любовь в сердца преданных, тогда... То есть мы не можем в это поверить, потому что преданные уже подразумеваются, что они обладают Сварупа Шакти. Преданные означает тот, кто уже обладает Сварупа Шакти, поэтому он и преданный. Тогда зачем же Бхагавану помещать это в сердце преданного? Это сварупа шакти, это любовь. И в этом противоречие. Потому что те, кто уже обрели прикосновение сварупа шакти, те, кто наслаждается милостью сварупа шакти, они зовутся бхактами, преданными. Те же, кто не обладает этим, не являются преданными. То как же такой можно, то есть, как это примирить? Мы должны подумать о том, что говорит Махапрабху. Осознанно или неосознанно, все являются Кришнадасами. Вриндаван Дас Такур также пишет это в Читании Бхагавате. Те, кто понимает это или не понимает, все являются Кришнадасами. Кришнадас означает бхакта. Они просто не могут понять, что они являются таковыми, поэтому они не служат. Дасья, отношения между Бхагаваном и Дживой вечно существуют. То есть они вечны. Итак, те, кто верит в это, и те, кто не верит напрямую и косвенно, все живые существа являются Кришнадасами. Опираясь на эту сиддханту, мы можем найти решение этому противоречию. Потому что обычные дживы помещены в тама-раджа-гуну, Бхагаван посылает им эту возможность нитя-врити. Тем не менее, сердца их исполнены тамагуной и раджагуной, поэтому хладини-врити, которую посылает Кришна в сердца джив, не могут войти в сердца таких джив. Бхагаван посылает это. Тем не менее, обусловленные души, которые полны раджа-тамагуны, не могут воспринять этого, не могут воспринять эту Халадини Шакти Врити, не могут впустить это в свое обусловленное сердце, в то время как преданные постоянно наслаждаются этим. Таким образом, нет входа этому в сердца обусловленных душ, и поэтому Бхагаван посылает сюда преданных. И благодаря им мы можем обрести бхакти, то есть не напрямую от Бхагавана, несмотря на то, что Бхагаван
То есть Бхагаван для нас посылает сюда преданных в этот мир. И через преданных он изменяет такие дживы. Он не может изменить их напрямую, только через своих преданных. Он говорит, отправляйтесь в материальный мир, рассказывайте харикатху и киртан, и попытайтесь освободить всех этих обусловленных душ. Обусловленные души не хотят служить Кришне. Они навечно отвернулись от Кришны. Они не заинтересованы в служении Кришне. Но обусловленные души вечно существуют. Тем не менее, их обусловленное существование приходит к концу благодаря общению с преданными. При помощи преданных обусловленные души могут изменить свои сердца, потому что склонность к этому уже присуща им. Поэтому благодаря соприкосновению с вайшнавами, по милости вайшнавов, они могут изменить свои сердца. Поэтому садхугуру и вайшнавы нисходят в этот материальный мир, чтобы освободить нас. Вы знаете эту шлоку? Janasya krishnad vimukasya daivad. Janasya krishnad vimukasya daivad. Adharma silasya sudukkitasya. Anugruhaiha charanti nunam. Bhutani bhavyani janardanasya. All those personal associates of Janardhan, Bhagavan. Все личные спутники Джанардана. They are traveling here and there in this foreign world. They are watching. Они путешествуют по этим мирам и наблюдают положение обусловленных душ. И когда у них появляется возможность, они помогают им преодолеть майю. Помогают тем, кто вечно отвернулись от Кришны, навечно отвернулись от Кришны. Они совершают неблагочестивую деятельность. Бегут за чувственными наслаждениями. Говорится, что будьте уверены, чистые вайшнавы не обладают никаким корыстным интересом, только лишь ради блага джив они путешествует по всем мирам и пытается помочь им. Бхагаван говорит Бхагаватам, из-за того, что они повторяют харинами киртан, наблюдая за такими преданными, обусловленные души испытывают вдохновение. На харикатхе, на хинди, я объяснял, что есть лока, есть лауки бхакти и шастрия бхакти. То есть бхакти можно поделить на две части. Локик-бхакти это первоначальная бхакти. Когда вы видите что-то, вы испытываете вдохновение. Но пока вы не обретете твердый фундамент, шастр, основанный на шастрах, пока вы не будете слушать харикатху и киртан от саду и полностью не осознаетесь, не установитесь в шастрах, в шастра-вичаре. То есть это будет вторая категория, когда все это произойдет. Как, например, мой родственник какой-то ходит в храм, или моя бабушка поливает тулась, и я наблюдаю за этим и вдохновляюсь, тоже хочу делать подобное. И это зовется локик бхакти, и это очень слабая, тонкая бхакти. Но шастрия бхакти, когда вы будете слушать харикатху от чистых гуру и вайшнавов, вновь и вновь слушая, благодаря постоянному слушанию, вы разовьете твердый фундамент бхакти.
Это называется шастрия бхакти. А это сильная бхакти, твердая бхакти. Потому что шастрия шрадья. То есть это твердая вера. Твердая вера в то, что если я буду совершать Кришна Бхакти, у меня не останется никаких других обязанностей. Поэтому моя единственная цель — совершать Кришна Бхакти. Итак, несмотря на то, что Бхагаван посылает нам это Сварупа Шакти, то есть мы не можем воспринять. Бхагаван посылает нам своих преданных. Даже несмотря на то, что мы отвергаем служение Кришне, осознанно или неосознанно, как говорит Махапрабху, все мы являемся Кришнадасами. Все мы Кришнадасы. Осознают это дживы или нет? Итак, из Бхагаватам мы знаем. В соответствии с нашей предыдущей жизнью мы накопили определенное количество сукрити. В соответствии с нашим предшествующей деятельностью в сукрити мы развиваем сильную веру в Харикатху. Вы разобьете сильную веру в Харикатху и киртан, и в то же самое время у вас не будет интереса к сухой вайрагье. И не будет интереса к карма-маргу, к тому, что осквернено желанием материальных плодов. Прабхупад говорит, что такие личности — подходящие кандидаты к обретению бхакти. Попытайтесь понять это. Попытайтесь применить это в своей жизни. В Чайтанья Чаритамрите сказано: это шлока обладает тем же значением. При помощи саду, шастр, харикатхи и киртана, если кто-то, то есть благодаря всему этому джива может получить помощь вайшнавов. Она может преодолеть майю. И майя ставит ее. Я уже много раз рассказывал об этом, я не хочу повторяться, потому что нет времени. Также в читании Чаритамрите, в Мадья-лиле, 22.18, коренная причина Кришна-бхакти будьте внимательны. Бхактивинод Такур говорит, саду-санга — это коренная причина, как обрести саду-санга. Несмотря на то, что саду-санга Джанмамул,
на пути к обретению Кришна-према, саду-санга занимает очень важное значение, имеет очень важное значение. Саду-санга — это основная причина, главная причина бхакти. Благодаря саду-санге мы можем обрести бхакти. На пути к обретению Кришна-премы, допустим, вы хотите этой конечной цели обрести Кришна-бхакти, и саду-санга играет самое, то есть, важнейшее значение в этом процессе обретения Кришна-бхакти. Из Брихаднаради Пураны мы знаем, что бхакти при помощи бхакти можно обрести бхакти. Таким образом, две очень важные вещи. Те, кто хотят изменить свою жизнь, они прежде всего должны обнаружить в себе сукрити. Они должны обладать сукрити. Они также должны выразить шрадху, изначальную шрадху, изначальную веру, шаранагати также, при помощи сукрити, которая развита в дживатме, которая уже развита в дживатме, если она обретет должную саду-сангу, то есть прежде всего необходимо положительное настроение, то есть первоначальное Шрадья, Шрадха, Камала Шрадха. При помощи такого сукрити они получат садусангу, хорошую садусангу. И затем они разовьет Шравана Киртан. Сначала Баджана Крия, затем Адау Шрадха. То есть прежде всего Шрадха. Я уже говорил об этом. Затем саду санга, затем баджана крия, затем анартха неврити, затем ништха аручи. И так далее. Без помощи саду-санги, те, кто будут следовать своему, своим прихотям, прикрываясь так называемым бхакти, если они не будут следовать этому процессу шаг за шагом, а да, ушатха, тогда саду-санга, они... Такие личности называются сахаджиями. Если кто-то не следует правилам и предписаниям, правильно, они следуют лишь своему прихотливому уму. Они сахаджии. Потому что очень быстро они отклонятся от гуру парампары, следуя своему беспокойному уму. Под именем Кришна Бхакти Майя Деви предстанет перед ними, как будто Кришна Бхакта, и
выбросить такую дживатму с пути. С пути бхакти, заставив их наслаждаться материальными вещами. Они становятся бхогами, то есть они, порой они идут наслаждаться материальными вещами, порой они выражают, показывают всем свое сухое отречение. Таким образом, при помощи чистой садусанги вы можете обрести при помощи саду вы получите чистую харикатху, в противном случае нет. Можно сойти с пути, доказывать всем, что мы саки, асахаджи, баулы, аулы и другие. Садусанга — длительный процесс, долгий процесс. Всю жизнь, даже после того, как... Когда дживатма обретает ситхи, бхакти ситхи, сарупа ситхи, васту ситхи, даже тогда в нитья-дхаме они нуждаются в сатсанге, они стремятся к сатсанге, к благоприятному общению, потому что это самое важное. Невозможно находиться без сатсанги. Даже после того, как джива обретает према-бхакти, саду-санга, играет очень важную роль, потому что без нее, даже после того, как обретена према бхакти, садусанга остается очень важной, занимает очень важную роль. Итак, ясно сказано, что вечная садусанга, то есть садусанга должна совершаться постоянно, вечно, на века. Харикатха, киртан. Когда обусловленная джива совершает харикатху или киртан, возможно, 80% она уже оставила свою обусловленность, но на 20% она обусловлена. И в таком случае харикатха и киртана, намасан киртана, это их настроение, настроение в обусловленном состоянии шравана и киртана — это баджан. Но когда мы достигнем ситхи, то есть сидда-махатмы, такие как Шрила Бхакти Прамадпури, Госвами Махарадж, Прабхупад также, прежде чем уйти, он попросил исполнить киртан Шри Рупа Манджари Пада, прежде чем оставить этот мир. Он попросил Рамананда Прабху, Шридхар Госвами Махараджа, исполнить этот киртан. Итак, он Сидда Махатма, Гурупад Падма точно так же просил, пожалуйста, спойте такой-то киртан, этот киртан, в обусловленном состоянии. И также, достигнув ситхи, Нама Санкиртан, Саду Санга, то есть это садья садана, это... То есть при помощи нама санкиртаны мы обретем Кришна прему. То есть смысл в том, что сидда махатма, обусловленные души, они не садаки,
Они не садхаки. То есть киртан и сатсанга — это наша садья, наша цель. Према есть несколько подразделений, шагов к преме. Рага, анурага. То есть во всех этих состояниях мы не должны оставлять, мы не можем, не сможем оставить саду-сангу, потому что бхакти-лата, растение лиана-бхакти, необходимо понимать вечность, вечную необходимость саду-санги. То есть она необходима на всем процессе развития премы, на протяжении всего процесса. Даже так же, как гопики, они поют. Разве в их сердцах присутствует какая-то раджа-гуна? Нет, они поют. Тем не менее, они поют. Они говорят, что харикатха и киртан может очистить сердце, если в нем нет зависти, нет желания спорить с гуру и вайшнавами. Харикатха — это решение всех проблем. Я не понимаю, почему люди не заинтересованы в харикатхе, почему они не хотят слушать харикатху, они просто тратят свое время. Я не понимаю, почему так происходит. Это все это майя, майя, майя. Если вы хотите обрести хладини крипу, вы должны положиться на преданных, вы должны зависеть от них в этом, потому что без них невозможно обрести это. Возможность бхакти присуща всем дживам. Возможность обрести бхакти, развить бхакти присуща всем дживам. Джива сачит ананда, так же, как и Бхагаван, но она настолько слаба, что не может... Что может пасть в любой момент. Разные препятствия могут прийти в жизнь. Несмотря на то, что Сварупа Шакти напрямую не присутствует в живах, так, как я уже объяснил, мать-черепаха силой ума взращивает своих детенышей. Точно так же я не могу сказать, что в сердце дживы нет даже запаха. Преданности, тем не менее, тенденция к этому существует, присуща дживе. Таким образом... Напрямую нет никакой связи Бхагавана и бесчисленных джив. Нет возможности нам встретиться с Кришной, с Верховным Господом напрямую. Единственный процесс — мы должны зависеть, полагаться на бхакти-брамар, то есть те, кто вкушают, пьют мед бхакти. От преданных. Мы должны зависеть от преданных. От личных спутников Бхагавана, которых он посылает сюда. С их помощью Бхактидара приходит в материальный мир. Напрямую нет такого процесса, который бы привел нас к этому напрямую. Без сатсанги. При помощи сатсанги мы можем обрести бхакти. Читань Чаритамрити в 22 главе Мадья-лилы,
сказано. Вы можете. Тридцать вторая шлока, 22 главы Мадья Лилы в Читанчаритамрите сказано. Дживы не могут обрести бхакти. Прохлад Махарадж говорит. Он говорит так много всего. Вы не сможете обрести бхакти без крипы, махат крипы. Митхо випадде тугихо вратанам, аданта говир вишатам тамисрам, пунаха пуно чарвито чарбананам. No possibility. Мутир на кишне парату сатва, directly or indirectly, anyhow you cannot get treasures. Напрямую или не напрямую, никак вы не сможете постичь сокровенной истины бхакти. Что говорить о Кришна бхакти? Даже привязанность к материальной самсаре не сможет покинуть вас. Она не уйдет. Материальная обусловленность не уйдет. В следующей харикатхе я могу рассказать об этом подробнее. Что сатсанга одновременно. В следующую харикатху я постараюсь обсудить эту тему по вашей милости. Так что немедленно, когда вы получите сатсангу, в тот момент, когда вы обретете сатсангу, причина и следствие, то есть сначала причина, потом следствие обычно, но тут одновременно, потому что без всякого интервала, то есть вы сразу же обретете удовлетворение, как только вы получите сатсангу. Вы не сможете оборвать материальное существование без сатсанги. Необходимо пасти терпением и постепенно продвигаться вперед, осознавая все больше и больше свое положение. Сейчас будет излагаться замечательная философия, которую необходимо понять, как в случае с черепахой. Она испытывает привязанность, несмотря на то, что она на большом расстоянии от своих детей, точно так же, как связь между... привязанность гуру к ученику. Когда Хладини Шакти, покоится в сердце Бхагавана, Шакти-Шакти-Матур-Авед, Веданто, follow what I say.
Когда Хладини пребывает в сердце Бхагавана, она зовется Шакти. Понимаете, о чем я говорю? Хладини Шакти — это Бхакти, несомненно. Тем не менее, когда Бхакти покоится в сердце Бхагавана как Хладини Вритти, она зовется Шакти. Но когда эта же Шакти касается сердца подобающего кандидата, она становится Бхакти. Когда Хладини Шакти приходит в сердце подобающего кандидата, она становится Бхакти. Когда она касается сердца Бхакти, она дает ему вдохновение совершать служение. И в таком случае она зовется Бхакти. Когда она в сердце Бхакти, она зовется Бхакти. Когда Сварупа Шакти, Хладини Вритти, исходит из сердца Бхагавана, переходя в сердце преданного, и дает вдохновение, влияние. Дживатма начинает служить Кришне самыми разными способами, пытаясь доставить ему удовлетворение. Она совершает харикатху и киртан, несмотря на то, что Бхагаван Пурнананда, он полон, самоудовлетворен, самодостаточен. Мы знаем об этом. Тем не менее, Бхагаван хочет обрести больше и больше наслаждения. Он хочет наслаждаться с дживами. Он ожидает, что новые и новые дживы будут обретать, получать, развивать бхакти, будут служить мне, и мы будем вместе играть. Кришна. Нет ответа на вопрос, почему Кришна совершает эти лилы. Таково его игривое настроение. Несмотря на то, что в этом мире бесконечное количество джив служит Кришне, его сварупа, она также бесконечна и также вечна. Несмотря на то, что бесконечное количество джив пытается служить Кришне, также тут наша Гуру Варга приходит сюда, чтобы учить нас. Они все время думают о полном удовлетворении Кришны. Постоянно у них нет других обязанностей. Чистые преданные. Как мы можем разузнать, кто есть чистый преданный? Он постоянно, каждый момент пытается принести удовлетворение Господу. Он постоянно думает, как доставить удовлетворение Верховному Господу через харикатху, через киртан, как через публикации, через издательство книг, через парикраму, совершив, как я могу его порадовать, совершить парикраму, чтобы он был доволен мной. Как ачарьи, они собирают обусловленные души и ходят на парикрамы с ними, чтобы новые и новые обусловленные души приходили, имели возможность получить бхакти, обретая новые и новые настроения служения. Бесконечные преданные. То есть преданность полна разнообразия. Кришна полон разнообразия. Он хочет вкушать новые и новые, то есть испытывать новые и новые удовольствия. Хануман переполнен бхакти Крамачандре.
Прахлад Махарадж также выражает бхакти, но она другого рода. И Юдхиштир Махарадж обладает еще одним видом бхакти. Кунти Деви и так далее. Бесконечное количество, бесчисленное разнообразие. Необходимо медитировать, повторять Харинам, повторять Аник, и вы сможете в таком случае осознать, что то, о чем я говорю, стопроцентная истина. Бесчисленное разнообразие. Кришна хочет наслаждаться, и таково его настроение. Он всегда полон разнообразия. Несмотря на то, что он самодостаточен, он пурна, тем не менее, Сварупшакти обладает магическим влиянием, то есть так, что Кришна хочет обрести больше и больше ананды. Да, мы знаем, что Кришна полностью самодостаточен, но тем не менее он все равно хочет еще и еще наслаждения. Такова его природа. Поэтому он проявляет это игривое настроение. Мы можем сказать, что Сварупа Шакти уже в сердце Кришны. Зачем же ему тогда претерпевать какие-то неудобства, привлекая новых и новых джив? Допустим, мать, женщина, рождает ребенка. Она понимает, что в моем лоне находится ребенок. Она счастлива, ожидает его рождения. Она видит во сне, что скоро он родится, и мы будем любить друг друга с этим ребенком. Постоянно она видит какие-то сны. Он может стать доктором, он может стать преданным, то есть он будет таким. Как она видит во сне такие сны. Но ребенок еще не родился, тем не менее она уже счастлива, то есть она уже обладает... То есть она уже счастлива, несмотря на то, что он еще в ее лоне, она уже испытывает привязанность к нему. Но когда она родит этого ребенка, она возьмет его на колени, на руки. Есть ли какая-то разница в том, что он был в ее лоне, то есть она испытывала одного вида удовольствия, но когда она его родит и возьмет на руки, она будет, сможет его поцеловать. Это будет другого рода наслаждение. Такое исключительное удовольствие она испытывает. Точно так же, несмотря на то, что эта энергия уже присуща Бхагавану, то есть он самодостаточен, самоудовлетворенный. Тем не менее, когда эта Хладини Шакти выходит из его сердца и приходит в сердце преданного, и он начинает любить Бхагавана, хочет его обнять, и Бхагаван становится еще и еще более счастлив. И вопрос к вам. Пример, который я привел. Ребенок, который находится в лоне матери, еще не рожденный, уже мать привязана к нему. Но когда ребенок родится, мать возьмет его на руки, сможет покормить его грудным молоком. Больше она будет его любить или меньше? Вы должны сравнить и подумать об этом. Таким образом, не нужно пытаться применить свою логику. Honey is already
Я уже приводил пример с цветами, с медом. Мед уже находится в цветах. Но если я вам дам тонны цветов, разве вы сможете извлечь оттуда мед? Не прибегая к помощи пчел. Если я... То есть разные технологии. Разве вы сможете сами извлечь, используя разные машины, технологии? Нет, это невозможно. Вы не сможете получить мед из цветов без помощи пчел. Мы не должны забывать об этом. В сердце преданного пчелы. Они собирают мед, извлекают мед из цветов. Чтобы они не пели, то есть преданные, чтобы они не делали, чистые преданные, чтобы они не делали, пели, рассказывали харикатху, нектар из их сердца выходит и касается ваших сердец, принося вам счастье. Поэтому Рупа Госвами Пад пишет в Бхакти Расамрита Синду. Возможно, как Гуру Махарадж говорил, финансово у него не было, то есть он не был богат. Но когда я предстал перед моим Гуру Девом, я почувствовал, что мое сердце плавится, как в Чайтанья Махапрабху. Кто бы ни предстал, не приходил к Чайтанья Махапрабху, даже мусульмане. Царь, мусульманский царь послал своего агента к Махапрабху. Когда Махапрабху пересек реку и сошел в лодку, зашел на лодку, начал повторять Хари Кришна, этот мусульманский агент упал в обморок. Мусульманский посланник, подосланный человек. Он был мусульманином. Но он не мог оставить Махапрабху. Также почему слоны, тигры не могли отойти от Махапрабху? Они начинали танцевать, услышав его пение. И Шрила Бхактипранат Пури Госвами Махарадж, у него не было никаких денег практически, но люди приходили к нему, принимая прибежище. Почему они были так счастливы в его присутствии? Какова причина этому? И Рупа Госвами Пад объясняет. Бхагаван — это Бхагаван, но преданные обладают несравненной притягательностью. Потому что в их сердце любовь к Верховному Господу. Как пчелы. Постоянно собирают. Там, где есть пчелы, есть мед. Точно так же, несмотря на то, что саду может быть нищим, если кто-то предстанет перед ним, сердце его расплавится. Почему? Почему они будут переполнены наслаждением? Они будут полностью удовлетворены. Таким образом, без помощи гуру, чистой гуру и вайшнавов, если мы попытаемся найти решение в этой жизни, то есть если мы по-настоящему разумны, мы будем пытаться решить эти проблемы в этой жизни, не ожидая следующей. Но необходимо полагаться полностью на чистой гуру и вайшнавов. Те предписания, которые они дают нам, то лечение, которое они прописывают, мы должны следовать им, мы не должны жалеть о том, что мы должны этому следовать. Как говорится, если солнце
светит, но, допустим, Бог Солнца, то есть Солнце, оно светит, но в настоящее время люди используют солнечные батареи. То есть каким-то образом солнце они научились преобразовывать в энергию. Сейчас я хочу рассказать о своем собственном опыте, когда я был маленьким мальчиком. Я играл. Я использовала увеличительное стекло и лучи солнца падали на это стекло, и через час, через полтора я ложил под... Я клал бумагу под стекло, и когда оно сильно нагревалось, через час, через полтора, оно загоралось. То же самое... Точно такой же пример. Несмотря на то, что мы знаем, что солнце обладает жгучей энергией, то есть имеется в виду, оно может сжечь все что угодно. Если я, когда использовал увеличительное стекло и собирал, аккумулировал солнечный свет, на нем клал бумагу под него, очень скоро огонь, солнце как бы загоралось бумага. Точно так же, несмотря на то, что Бхакти принадлежит Бхагавану. Бхакти — это сокровище Бхагавана. Махапрабху говорит, зачем? Какой смысл в принятии саньясы? После того, как он принял саньясу, он беседовал с Адвайта Ачарьей и говорил, «Моя собственность — это према. Зачем получать саньясу?» Према — моя собственность. Какой смысл в принятии саньясы? Порой он выражал такое настроение очень редкое. Несмотря на то, что мы знаем, что солнце — это жгучая энергия, Сарупа Шакти. Садхугуру Вайшнава, если они касаются моего сердца, то есть они могут поджечь мое сердце в лучшем смысле слова, имеется в виду, что я могу обрести бхакти с помощью этого прикосновения, часто Гуру Вайшнаву. Харикатха и киртан — это спички. Разновидность спичек. Харикатха — это разновидность спичек. Я эту шлоку объясню в следующий раз. Когда бхакти через увеличительное стекло проходит, имеется в виду через чистых преданных,
таком случае определенно это повлияет на вас. И новые-новые дживы получат вдохновение, изменят свое сердце, изменят, оставят свое грязное поведение, вдохновятся совершать бхакти естественным образом. Я должен был рассказать кое-что, но думаю, что сегодня уже я не успею это сделать. Таким образом, постоянно нам необходимо общение с исключительными личностями, с чистыми вайшнавами, духовными вайшнавами, с теми, кто вовлечены, постоянно вовлечены в служение. Благодаря им мы обретем вдохновение. Обусловленные души не дадут мне вдохновения. Я расскажу вам об этом позже. Сегодня время мне не позволит рассказать об этом подробнее. С разных точек зрения я хочу обсудить эти темы. Каково положение обусловленных душ? Вы должны помнить об этом. Как мы можем обрести бхакти? И в конце концов, я хочу сделать заключение, которое заключается в том, что каждая джива обладает своей личной сварупой. Я докажу это, в конце концов. И в соответствии с наставлениями Дживы Госвами Пада, я приведу доказательства из его писаний. Когда Нарада оставлял тело, он обрел новое тело. Все это я объясню, докажу. В конце концов, я сделаю заключение, что в Кришне бесконечная множественность, бесконечное разнообразие, и мы не можем обвинять его в этом. Сарупартва ирхинано нижо сукха парано кришна бимукано харер майя дандяно гуно нигоро жалир калайати татха стулайр лингвайр дивидаварнай клесо никарвайр маха карма ланайр найати патитано сарго нирайо. Сарупарто хинано нижо сукхо парано кришна бимукано харер майя дандяно гуно нигоро жалай калайати татха стулайр лингайр дивидаварнай клешо никарвай маха карма карма ланайр найати патитано саргун нирайо. Ванча калпатару сикипасинду бабача патитанан пабана бабашна бьо намон.